ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы, защитные рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. В городском округе Первоуральск традиционно пройдут все мероприятия, которые предшествуют 9 мая. Это наши акции, социально значимые акции, письмо-открытка ветерану. 4-6 мая планируется поздравление ветеранов с участием военно-патриотических объединений городских школ. Также 7-8 мая проводится вахта памяти. Это проходная Новотрубного завода «Вечная гора», проходная Динура и на мемориальных объектах в СТУ. 9 мая на мемориале Славы запланированы традиционные акции «Свеча памяти» и «Минута молчания». Для ветеранов 6 мая в ДК «Первоуральск» у нас будет организовано торжественное собрание в 13:00. Ну и 9 мая традиционное шествие акции «Бессмертный полк» с 10 утра. Колонна «Бессмертного полка» будет выстроена с двух сторон от гостиницы «Виктор» и по проспекту Ильича от улицы Чкалова. В парке новой культуры запланирован праздничный концерт с фейерверком. Фейерверк будет на стадионе «Уральский трубник».